Врум-врум, мазерфукер. Сюрприз, мазерфака. Неплохо. Сюрприз, мазерфака. Неплохо. Всем утюг, с вами Глюк, Диадем и Сода Эффект. Всем здорово. Привет-привет. Это скилл-тестик, который, в общем-то, должен быть относительно легкий и незапаристый. Ну, всем приятного просмотра, а мы поехали. Здрасте, может быть, но не точно. Вы сильно расстроились, то, что я вам сказал? Да, да, я вообще очень... Ты меня прям забатил на эти велики, я вообще в шоке. Оставайтесь здесь, лошары. Не понял. Не понял, что он что, это берега попутал? Не знаю, но он думает, что он сейчас там типа по ровной дороге доедет, и все у него нормально будет. Ну давай, давай, Глючак, увидимся. Что такое глюк? Паша меня обошел, окей. Бывает. Да, следующий будет Саша. Пиздец, ты что делаешь? Там в нем глюка. Давай счастливо оставаться. Счастливо оставаться. Козлюки. Мгновенная карма. Подумай, что погнал, тоже мне прям злодеяние. Так нет, так никто ничего не говорит, что злодеяние. Конечно нет. Ты просто так подпрофлил, типа, ага, я вас обогнал. Типа лохи, да. Жалко, он этот, без ускорения болит. Да. Боли с ускорением. Так, что там дают новенькое? Да нет, это старенькое. Ну, в смысле, новенькое, новую, на сегодня. Опа! Может, хорошо в поворот зашел. Да? Ну, значит, догонишь сейчас? Не, я... Я просто хорошо почесал столб. Давай, давай, Глюк, почесал шо столб. Ты? Зачем тебе чесать столб? Он, столб не чешется вроде. Нет, чешется. Если у тебя чешется столб, Глюк, сходи к венерологу. Бля... Бля. Ладно, хорошо, последую твоему совету. Да бляха, я скилл-тест хотел, а не вот это вот по городу бутыркаться. Он там запоролся где-то. Что за бесячее место, ну? О, велик, да это ж триатлон было написано, глюк. Ох ты ж, блядь, триатлон-то, а? Как самолеты на велик? На великах я прям вспотел, просто жесть. Такое расстояние пришлось пройти, да? Ой, бля. Блять, ты серьезно сейчас? Глюк до великов добрался. Ладно. Явно. Ладно. Угу. Так, только у нас такой уговор, что мы типа ждем друг друга. Да, конечно, мы все говнение. Это время тебя ждем, Глюк. Спасибо, да. Паш, люблю что ты вас. Делаешь, не я понимаю. Хочу пролезть вот туда, куда ты. Я только увидел там кипочку-пипочку. Так. Сода, ты что такое агрессор, я не понял. И Сода просто 30 секунд назад, а что ты делаешь, да? Я его подпихал чуть-чуть. Иди отсюда. Ясно. Хорошо. Сода, не греха задержать. Ой, Глюк, ты это сделал, я тебе так скажу. Да, наверное. Сейчас тебе будет больно. Да я не специально, оно само, понимаешь? Я так затормозил. Я тоже не специально. Что хочу, блядь, Глюк? Паша, ты что делаешь? А что ты хочешь, Глюк? Я проехать хочу вперед. А нельзя, все. А нас тут нельзя. Много, Паш, нас больше, понимаешь? Ну ладно, проезжайте. Вот именно. Опачки. Какие тут крыши хорошие. Нормальные, да. Тут крыши. Крыша как крыша. Оп! Ну. Что? Что? А куда это? Ну и замечательно. Паш, как хорошо, что у тебя тоже есть верные друзья, которые всегда подскажут верную дорогу, да? Согласен. Глюк, тебя тут сон... Что? Что там? Ты видел, что это было? Ну застрял ты, что? Охренеть. Я тут Сода ждет, Глюк. Тут какой-то странный элемент. Сод, ты видел там странные элементы? Нет. Я видел тоже. И все. Глюк, тебя там Сода ждет, езжай. Хорошо, я тут жду. Да, нет! Я тебя засейвлю, братик! Стой, стой, стой! Ты меня аккуратненько вот так вот. Вот. Меня Сода засейвил! Ля! Все, все, сдавайся, Сода. Нет, все, ты сдавайся. Нет, ты сдавайся. Нет, ты сдавайся. Так, ребят, давайте вы оба сдадитесь, а я проеду. Ты когда сотрешь свои шины уже? 20 minutes later. Опа, 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 опа.
Ай, глюк. Сука, Паша, ты сиди что там. Он тебя чек не взял. Не, подожди, подожди, сейчас сделаю. Он видишь, да? Поеду, можно, помогу. Кстати, вернуться и... Да, бля! Помощник Хиров! Ты что делаешь? Дай, раз она вошла, она получается... Да ну чё опять начинается, а? Давай! Тебя... Давай! Да вообще! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! На чём он там стоит? И чё теперь дальше? Ну пусть стоит, давай, отъезжай. Пиздюки, бля! Всё, сейвся, мы тебя больше не... А-а-а, ну всё, ты снова отрезался. Это режим «Помоги другу» называется. Да. Херня, я помогаю другу. Мне не нравится. Аллилуйя! Аллилуйя! Ладно, проезжай, друг, я поехал. Всё, вот и пердуйте. А, пердуйте? Не понял, подожди, Саша, это что, это было в наш огород? Блять. Хорошо, встретимся на следующем чеке, Глюк. Сука. Нет, блять, встретимся на этом. А все, пока, Глюк, а все. Ты видишь Глюка? Он упал. Опять? Да. Не, а, он опять оттуда доехал? Да. Я же говорю, встретимся на этом же чеке, блять. А, ну давай, давай, не, газуй, газуй, я чё? Чего а сразу, а? Ну так ты выезжай, и мы газуем. Ать! Качели не в твою сторону, в любом случае, Глюк. Опа, минус один. Это что так дерзко было? Паш, держи его. Он меня скинул? Двоих, двоих размотал. Да, лютый, сука. И застрял, блядь. Ну и сиди там. Ничего. Поехали, Саша. Такая нелепая победа. Да, встретимся на следующем чеке. Бля. Ну стойте, ну подождите меня. Паш, давай, давай, благодарю, газу. Благодарю, 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 газую, газую. Давай, 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 быстрее, быстрее, он уже на хвосте. Понял. Да. Что за такие, быстро, я не понимаю, ты мувы такие упал? На меня направлены, да? Да, тормозил у меня. Как так-то? Да, что-то тормоз, короче, не вовремя отпустил. Ладно, я задержу его на следующем чеке. Все, спасибо, спасибо. Бля, Саша, если я сейчас упаду сюда по твоей вине, я буду зол. А ты упадешь. Да, злой Глюк, это страшно или нет? Я не знаю просто. Я ни разу не видел злого Глюка. Глюка сложно рассердить. Вот, видишь? А он сам упал. Подожди, а я не понял, а куда? Бля, не туда упал, что ли? Я просто потерял... Сюр. Привет, Глюк. Кстати, ты можешь лайфхачить в теории. В теории, да. Я так и сделал. Все честно. Честно за лайфхачено, да? А я здесь при чем, блядь? А я при чем? Хорош. Да что такое, мне каждый раз соду приходится преодолевать. Бесполезные. Так, вот все, сука. Я проехал, а вы оба там зафейлились. Mm-hmm. А, не, подожди, только Паша зафейлился. Ты сейчас затриндишься, я реально тебя скидывать начну. В смысле, а это было нереально, что ли, алё? Ля, Глюк, ты серьёзно? Сидит пидорит такой, а? Мы тебя просто тискаем. Ладно, тискальчики. Всё, хорошо, я всё понял. Да, хорош. Глюк не верит, что его можно скидывать. Нет, я верю, что меня можно скидывать, особенно, что ты меня можешь скидывать. Он почувствовал бессмертие. Так, а вот это, кстати, уже интересно, потому что я не понял. Hello! Бля, сода! Что ты где было? Это достал? Испугались? Обосрался? Ну так, вообще, да, не очень. А что он достал? Что он достал? Что это было? А откуда вот он достал? А вот теперь вот и вот смотри сам в оба. Ну, чтобы он тебя не мучил, а я помучил, Паш. Бля, ты что, ебанутый? Уходи, блядь. Глюк, меня наебали. А чё я чека не вижу, я не понял. Глючок, в смысле?
А, блядь, наверху что ли? Прыгай, прыгай, да, с этой фигни. Во. Хуя си. Понимаешь? Блядь, Паша. Красиво. Дождь из пант. Это дождь из пант. Понтовый дождь. Глючок ты взял? Я взял. Хорош. Я готов ехать погнали. Дальше. Чё, давайте привозите свои понты, Глюкас, в частности ты. Посмотрим, что ты сможешь с этим сделать. Поехали, Глючок. Сейчас. Да что ты за трюки исполняешь? Глюк, у нас там большие проблемы. Ты в курсе, да, вообще? Нет, там жопа розовая торчит. Не, я видел танк. Я просто сказал, что это маленькие неприятности. Это ты про нас, да? Глюк, ты куда? Не туда. Ты что ты делаешь, Паш? Да что ты едешь не туда? Как жаль, что он нужно на скорости. Мне надо тебя в каждый запихивать, что ли? Ну, если ты не дашь развернуться, то да. Дай мне развернуться. Ой, все ясно, Глюк. Хватит мощностей ваших двух двигателей, чтобы сдвинуть? Так. Нет, нет. У меня одна лошадиная сила, да? У Глюка вообще. Блядь, Глюка это две, я тут лошадь. Машина, у Глюка две. И Глюк, да? Бля, Глюк опять что-то здесь положит. Сюка, я не могу проехать это. Че там за проблема у вас, Глюк, я не пойму. В смысле? Да, блядь, не могу пройти еще. Что такое? Тебя раздавили? Не-не-не, я сам упал. Ну ладно. Где следующий? Если тебе дадут возможность проехать, Глюк, не ведись. Лучше сразу резаться. Да я что, он меня уже заткнул. Он уже нашел парковку. Блять, сода. Падай, падай. Что такое началось-то? Я не понимаю, это должен был быть просто скилл-тест. Глюк, зачем ты ему где-то насолил? Я ж теперь тоже страдаю. Да не солил я ему, блин, ни хера. Ладно, давай так. Загадка тебе. Бля, Сань, я никогда в жизни не пройду. Вообще пиздец. Загадки для умных людей, я не такой. Пропусти, блядь. Я согласен, терпеть не могу загадки. Я никогда их не отгадываю. Можно чуть-чуть назад отъехать? Чуть-чуть хотя бы. Капельку. А, что? Блядь, что это было? Я пришел спасти тебя. О, привет, Глюк. Ну давай, спасай. Пошел отсюда. Блядь. Ох ты ж, ёпта! Ты что творишь? Ох, он что, к нам хочет сюда? Я тоже не понял. Ладно, пацаны, проезжайте. Спасибо, Саша. Чуть не сдох, блядь. Едь, чё? Ладно, я поеду. О, хорош. Это вообще такой несложный скилл-тест. Так никто и не говорил, что он сложный. Он сложный из-за тебя. Он сложный, он содой. Да. Мне нравится клевое осложнение. Можно так на каждом? Вместо флипов и... Перефлипов и префлипов сделать соду. Ты не пройдешь его в следующий раз. Если бы он тебе не поддавался, ты бы не прошел. Да я знаю, что сода, господи. Да что ты так? Что ты такое думал, а? Ты что, нас же двое здесь, и мы такие же по мощности. Ну да, это теперь. Пока, Глюк, ты один. Бля, Паша, как ты мог? Почему ты слился, Паша? Я искренне хотел тебе помочь, потому что мне тоже туда хочется, но Глюк, сорямба. Оно не шлифует. Я знаю. Это ж танк, с хрена ли ему шлифовать? Поэтому тебя больше не пихаю. А ты его поставил в раковину, и он ничего сделать не может, да? Сложно, бля. О, хорош. Не благодари. Сода меня спас. Он же тебя вроде загандонил. Я не уверен, что он этого и добивался изначально, но он меня спас. Бля, сода! Так вот, давай. Бля, ты меня прищемил, Сашка. Государь сия скилл-теста, блядь. Проезжайте. Бля, Сань, ты меня тут закопал, блядь. Я за что-то зацепился. Ну да, ты меня прищемил к чему-то. Бля, да. Мне кажется, ты сам. Да сверху такой, придавил чуть-чуть. Нет, я сам, конечно, Саша. Ну вот, все, хорошо. Что за глупые вопросы? Ха. Ну там Глюк едет, прям как на лодке по волнам. Красавчик Глюк. Тюка, а что здесь делать? Объезжать. По-моему, очевидно. Чё за штыри, терпеть не могу. Да нормальные штыри, очевидно, что тут надо объезжать. Не люблю штыри. Не любишь шнырей? Они мне на этих волрайдах просто выбешивали.
Да ладно, они вроде небольшие. Бля! Давай я приеду и вместе с тобой приятно подожду, ладно? Давай. Здрасте. Эй, я просто подожди. Иду к неверь, там ничего приятного, там стоит злой сода, блядь. Че это злой? Сука, я так и знал. Злой сода? Точно? На танке допрыгнуть, хорошая попытка. Спасибо. Так злой сода, да? Ну все, буду злым содой, значит. Да ты меня спихнул, я просто приехал. Вау. Ты что надеялся? На скорости, не-не-не, это плохая музыка. Блин, сенсей, без вас здесь сложно. Бля, Глюк, это в итоге получилось, что я тебя спнул и упал, блядь. Это глупая ситуация. Это так на тебя похоже. Ну, бля. Поворот, отворот. Подставил. О, красота. И что теперь будешь делать, блядь? Тут я останусь, блядь. Так, можно так развернуться? Я не знаю, чего это. Не, можно, но сложно. Докажи. Так, я не понял, что ты там стоишь, что ты добиваешься? Я? Да так. Ты сенсей, ты должен нас тренировать. Я тебе сказал, что я превращу этот скилл-тест в... Давай, Глюк, есть шанс небольшой, газуй скорей. А, да, я все сделал, как ты сказал. Ты все... Что ты сделал, блядь? Просто газуй скорей, пока он не резнулся, бля, я упал. Все, я взял чек. Ну, теперь помогай мне пройти. Я помогаю тем, что отвлекаю соду. Ты ведь дальше без проблем пройдешь. Блять, 27 минут, это легкий скилл-тест. На 10 минут должен был быть. А куда это ты поехал, а? А куда это ты поехал? А вот ты догони меня. Да? Это вызов? Ты же меня не догонишь. Я тебя перегоню. Погнали. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Люк, ты как в порядке? Упал? Нет. Как ты упал? Как? Ехал и упал. Что непонятного? Ладно. Это глюк, никаких вопросов. А, вот здесь надо было скорость. Тут везде надо скорость. Не везде. Я тебе чё, мост? Здравствуйте. Я проеду вот этот элемент сегодня, нет? Вначале сдержал, в конце сдержал. Было страшно. Привет. Глюк, у меня очень плохие новости. Вау. Не, ну да, конечно, не очень новости. Блять, сода! Срули, пожалуйста, отсюда! Куда срулить? Зачем срулить? Почему? Куда-нибудь срули! Тюка! Паша, я держу его, проезжай! Спасибо, Глюк, спасибо! Проезжай! Брось меня! Спасайся брось сам! Брось его, брось! Так и сделал, Глюк, спасибо, ты был ладно, хорошим Глюк, другом. Давай, проезжай! Тюка, Пашу пропускай спокойно, меня нет. Ну, тюка. Так это ж твой ролик. Ты думаешь, как это работает, Глюк? Так, хорошо. Бум! Ты предлагаешь мне помочь? Конечно. Да я сам себе помогу, чего вы мне тут это... Вы нормальные, нет? Обратно. Это не поможет. Почему ты меня вытягиваешь-то, я не понял. У нас одинаковые тачки. Нет, я лучше жму, я сильнее нажимаю.
Видишь, я назад нажимаю. Какие странные качелики. Сейчас вперед нажму, вперед поедем. Да какого хрена-то? Алло. Смотри, сейчас я вообще до конца допинаем. Хочешь? Нет? Ну ладно. Вот смотри, теперь вперед поехали. У меня просто две педали газа. Вот одна розовая, одна красная. Бля. Здравствуй, Крюк. Сюки! Я не знаю, что тебе скажут наши комментаторы под видео, чувак. Пофиг. Паш, ехай, блядь, ехай! Ладно, 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 еду, еду, еду. Ты не едешь, ты меня мешаешь. Врум-врум, мазерфукер. Сюрприз, мазафака. Неплохо. Неплохо. Глюк, хорошо. Отличный буф был. Там, я бы сказал, великолепно. Блять, Паша! Да что ты плодишься? Ты на своей стороне, блять! Там же не сложно. Зачем на такой скорости? Бля, Глюк. Псих. Во, потому хорош. Что могу. Потому на такой скорости. Я предлагаю ему, кстати, этот время запустить, Паша. Ну, спасибо. Иди респонсор, в пень, погнали, а? Погнали, погнали, 30 секунд челлендж. Давай, там, давай. Там дальше все легко. Погнали. Глюк, как тебе такие челленджи? Так себе. Я рассчитывал на спокойное действо. Ты прикинь, это говно не приезжает вот эту штучку. Серьезно? Бля! Как доработает? Доработает. Эть. Да, серьезно? Вот эту штучку, блядь. Да, 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 да. Ты парковочную эту. Блять, это смешно. Это смешно. Жопкой глючок. Бля, я застрял все равно. Да? Даже жопкой? Да. Паша, проходи быстрее, ему нужен челлендж на 30 секунд. Да не нужен мне челлендж на 30 секунд, пидоры. Да как это не нужен? Нужен. Ты мне сам говорил, что любишь челленджи на 30 секунд. Не люблю я такого. Придумываешь ты все. О, Саша, тут можно нормально так встрять. Не-не-не, а, давай без челленджа. Здесь он, можно застрять очень надолго, Содик. Он, короче, говорит, так, что вот это будет легко, чтобы да? Чтобы пройти, типа, я прошел, я не знаю, вам еще... Оно не сложное, просто вопрос в том, что насколько времени у тебя это займет. Ладно, я передумал, тут есть что-то покруче. Бля, Содик, что там, базуку нашел? Бля! Сука, ой, фонарь! Глюк, фонарь! Ой, Глюк! Торопился. Не, я его тупо не видел. Он там такой, типа, вообще, ну, прикрытый крышей. Понял. Сука. Паша, давай быстрее. Вдвоем это будет еще веселее. Не-не-не, вот, давай вот отсюда, да. Я понял, так чтобы особо. Ой, а что у тебя пожарка темная? Ты что, негр? Красиво. Я просто более загорелый. Ты темная лошадка в этом конкурсе. Это факт. Кстати, Глюка видишь? Да, да, вон он на рампе едет. А, вижу. Мы выезжаем, Глюк. Мигалки. Ладно. Вы чё? Вы чё? Тебе осталось пройти всего одно усложнение. И что от меня тут должно остаться, а? От тебя? Да ничего. Вот именно, что ничего. Ладно. Вот теперь, я думаю, время челленджа за 30 секунд. Погнали. Давай, резвись. Побежали. Глюк, ты не знаешь, что здесь надо делать? Да тут ничего сложного. Ну, это, кстати, вообще ничего сложного. Врум-врум-врум, мазерфукер! О, кстати... Сука, Паша! Паша, блядь! Не, я утащу тебя с собой!
Пацаны, я чек перелетел, прикиньте. Серьезно? Да, 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 там еще. А мы не долетели, глюк там заплужил. Да? В смысле, блин, я заплужил? Ну ты плужара, конечно, глюк. Иди нафиг, а. А он не долетит на такой скорости. Конечно, не долетит. Ты думаешь? А вдруг долечу? Перешатал ему еще так смешно. Ну ты что, ты, блядь, не кармана говно за тобой сода, ебте. Алло. Это, кстати, реально запустить челлендж, потому что здесь очень сложно попасть. Да-да-да. Чувак, это очень круто. Чек почему-то стоит не этот, не там, где надо, короче. Вообще не там, где надо. Чё, Глюк, берёшь карман? Где. Да. Чего? Я попал, наверное, или нет? Чего, бля? А, не, все, попал. Я был очень ближе. Что? Идеально, чекай, Саш. Баржа и финиш. Ну нет, нет. Нет, Саш, подожди. Давай запустим, когда он уже баржу возьмет. Баржей будет, да. Вот это будет правильно. Глючок. Осталось просто рассчитать, математически эти расчеты. Да, ага. Да просто затормози под конец, когда будешь на второй кверху подъезжать. Не-не-не, Паш, не надо. А то ты меня запахнешь на бустеры. Все, ждем. Леди! Вроде бля, попал. Нет, по... да, ну, попал. Газуй, газуй, газуй! Он на давай, полной давай, скорости едет, чё? Ну он же зареспавнился сразу. Ха-ха-ха-ха. Нормально. Понял. Ёптите, куда вас, блядь, в рай забирают, что ли? Сука, это так смотрится. Все баржи попадают в рай, Глюк. Боже, это ржачно. Так. Ну что, где там Глюк? Я плыву. Я плыву. 20 секунд. Да. Успеваю. Без проблем. Все, ребят, я поплыл в рай. Тихо, меня тут успокойся. Ты что, вибратор был? Да. Выпал вибратор из жопы. Когда сжал булки, да? Да-да-да. Так, ну все, ребят, на этом все. Ставьте лайки, если вам нравится это. Подписывайтесь на канал этих балбесов. Всем удачи, всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.